Сегодня исполняется 80 лет с образования подпольной антифашистской организации «Комсомольцы. Молодая гвардия». В 1942 году, когда немецко-фашистские захватчики пришли на Донбасс, пришли в город Краснодон и начали уводить молодых людей позднее в Германию на работы, начали издеваться над местным населением, покусились на нашу социалистическую родину, десятки комсомольцев смогли организовать целое подпольное движение, которое долгое время боролось за освобождение своей родины. Они ждали, когда придет Красная Армия. Они боролись, совершали вылазки, убивали фашистов, уничтожали их инфраструктуру и спасли жизни многим людям, которых так и не смогли угнать в Германию из-за того, что они уничтожили документы тех молодых людей, которых хотели отправить на работы в Третий Рейх. Мы, комсомольцы Иркутска, воздаем в этот день дань памяти и уважения тем комсомольцам прошлых лет, что боролись за нашу социалистическую родину, боролись за свободу нашего народа, боролись с фашизмом. И сегодня на земле не исчез фашизм, не исчезла коричневая чума. И мы, как и те комсомольцы, тоже будем бороться за то, чтобы во всем мире не существовало такого ужасного явления, как фашизм, чтобы во всем мире все народы жили в мире и согласии.